Иисус Христос говорит: «Я был мертв и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Сегодня мы празднуем Пасху, светлое Христово воскресение. Мы прошли путь Страстной недели, мы готовились к этому дню. Страстную пятницу проповедь завершалась тем, что Христос умирает на кресте. Мы гасим свечи и разделяем скорбь. Скорбь о том, что Бог за нас претерпевает крестную смерть. Он идет на такую жертву ради нашего спасения. Осмыслив это, мы надеемся на Его воскресение. И Христос воскресает. Воскресает, и мы воскресаем вместе с Ним к новой жизни. Воскресая, Он отворяет нам и врата Своего Царства, которое является нашей отчизной. Ее никто и никогда не отнимет у нас, потому что мы верим, мы доверяем ее Царю. Мы доверяем свое сердце, мы доверяем свою душу, свою жизнь Ему, который не подводит нас, который сам берет наш грех на свой крест. Он и воскресает ради того, чтобы мы не печалились, ради того, чтобы мы не отчаивались, но смотрели вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Ведь впереди светит нам Его свет, ведь впереди воскресение, впереди Его Царство. Я желаю вам, дорогие братья и сестры, светлой Пасхи Христовой. Пусть ваши дома и семьи, ваши сердца наполнятся этим светом, светом Пасхи. Делитесь им с другими, делитесь той радостью, которую подарил нам наш Господь Иисус Христос, распятый и воскресший.